Третий сезон, 34-я серия. Банджо упал в воду. Этот водосборчик сломался на куски! Вот это да! Я вас уничтожу! Эй, босс, можешь его не уничтожить? Я хочу сам! Нет, это не Денис виноват, это водосборщик виноват! Бебенина, как еще? Использую бочку! Нет, я использую бочку! Амфлюч! Ха! Попробуй использовать бочку на вот этих 50 ракет! Я тоже могу использовать бочку! Я боюсь, там что-то на воде! Они еще разрывающие! Не отвлекай меня! И так патроны тратятся сейчас! Сейчас уничтожают и покидают, это все из-за нас! Это и есть водосборщики виноваты, не хотят взорваться, только чуть-чуть блок взорвался. Явно океан теперь нечистый. Уничтожаемся! Мы уничтожали, ай! 15 минут спустя. Мы уничтожили еще одного водосборщика, остался последний. Блин, что такое произошло? Ой, упали, ауч! Ну что ж, вы уничтожили почти всех водосборщиков! Ну, ваше наказание! Уничтожь сейчас! Вот только вот эта ракета заела у меня! Получай! Банджо, ты уничтожил мой корабль! Ну что ж, ты наказан! Сорок три минуты спустя! Стала очередь уничтожения последнего водосборщика! Ура! Не взорвались! Вот ваш подарок! Картофель фри! Они такие вкусные! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ты зачем тебя схватил, чтобы ты не упал в воду? Ты же боишься воды. Денис, а где за тобой наши водосборщики? Но они точно, наверное, находятся под водой. Отстань от меня! Я вам никакой не робот! Хватит меня питаться, чини! Ура!